Узнай-ка. Узнай-ка, что такое зашквар. Сейчас под словом «зашквар» подразумевается какой-то позор, в основном связанный с немодной одеждой или поддержкой непопулярного мнения. Хотя первоначально зашквар возник в среде уголовников. В тюрьме существует множество негласных ограничений и запретов, которые обычным людям могут быть непонятны. Если перейти эти запреты, то можно оказаться в такой ситуации, что тебя не будут уважать. Именно этот переход через границу дозволенного называется зашквар.